Всем привет! Если вы ищете подарки для любителя качественного звука, мы подготовили для вас несколько советов. Акустическая система Defender Orchestra M80. Это мощная универсальная акустическая 5.1 система с MP3-плеером и FM-тюнером. Информационный дисплей на сабвуфере, встроенный FM-приемник. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда можете прослушать ваши любимые радиопередачи и музыку. Поддержка USB-накопителей и SD-карт. Наличие слота для карт памяти стандарта SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить слот карту с записанными на ней WAV или MP3 файлами, и можно наслаждаться музыкой. Встроенный MP3-плеер. Используйте в качестве звука USB-флеш-накопитель, карты памяти SD или microSD. Магнитная экранировка. Если акустическую систему без магнитного экранирования расположить вблизи телевизора или монитора, то под воздействием магнитного поля, излучаемого динамиками, могут появиться помехи в изображении. Экранировка делает акустику безопасной для телевизора, монитора или любого другого экрана. А чтобы наслаждаться качественным звуком где угодно, обратите внимание на портативные колонки. Например, Bose SoundLink Mini. Система обладает радиусом действия беспроводной связи 10 метров, поэтому вы можете наслаждаться музыкой без проводов. Система легко подключается к смартфону, планшету или любому другому Bluetooth-устройству. А голосовые предупреждения оповещают о подключенных в данный момент мобильных устройствах, напоминают о необходимости зарядить колонку и определяют входящие вызовы. Обновленная версия акустической системы совершенно нового уровня от компании Bose. Беспроводная мини-система Bose SoundLink Mini обладает насыщенным звуком с гораздо более глубокими низкими частотами, чем можно ожидать от портативной беспроводной системы, умещающейся на ладони. Акустика Bose SoundLink Mini предназначена для простого и удобного использования. Ее корпус из цельного анодированного алюминия легкий и прочный. Устройство громкой связи позволяет звонить по смартфону без рук, а голосовые подсказки помогут пройти процесс сопряжения и подключения по Bluetooth. Заряда батареи SoundLink Mini хватает на 7-8 часов, но и во время зарядки можно не прерывать прослушивание любимых треков, просмотра фильма или игру. Заряжать аккумуляторы колонка может как через док-станцию, так и прямо от зарядного устройства. Батарея полностью заряжается за 3 часа. Поставка для зарядки служит удобной базой для акустической системы, позволяя проигрывать музыку непосредственно во время зарядки. Зарядное устройство может быть подключено как к док-станции, так и прямо к Bose SoundLink Mini. Итак, мы собрали идеальный подарочный набор для ценителя качественного звука. Еще больше вариантов находятся в ссылках на самом видео. На этом у меня все. Пока!